Здравствуйте, уважаемые друзья. Хочу предложить вашему вниманию немножко необычный стример, который очень хорошо работает по окуню, красноперке и даже плотве. Давайте я буду изготавливать вам и расскажу. Для крыла нам понадобится вот из такого меха, я выбираю подшерсток, отодвигая длинные и те волоски, которые мне не подходят, так как здесь подшерсток очень-очень мягкий. Удаляю все длинные жесткие волосы, которые мне еще попались. И у меня остается, вот как вы видите, довольно-таки подвижный, хороший материал. Длина нашего хвостика должна быть существенная. Часть подшерстка, который мне не нужен, я удаляю. Вымеряем крыло. С переломом крыло у меня должно равняться приблизительно 2-3 длины моего крючка. Закрепили глазки, гантельки. Если нет, можно ограничиться одной только лишь бусинкой. Самое минимальное количество здесь материалов используется. Вымерили длину хвостика и укладываем так же, как я изготавливал один из вариантов окуневого стримера. Поставим в удобное положение наш крючок. И перед самим колечком я укладываю вот так, прихватываю наш хвостик. Стараемся, чтобы он у нас никуда не ушел. Ни влево, ни вправо. Вот, прихватили. Пару-тройку оборотов для того, чтобы просто подхватить его. И теперь нам необходимо с вами закрепить еще блестящие элементы. Так как у нас мы переломим наш хвостик и будем крепить заглазками, то выйдет так, что у нас будет некрасивая головка. Поэтому я снизу перехожу заглазки гантельку. И здесь аккуратно, так чтобы у меня хвостик был ровненький, сделаю пару-тройку оборотов. Вот так. Возьму, вопреки всем правилам, кристалл флэш. Парочку, даже можно 4, посмотрим сейчас, сколько у нас выйдет, уложить в наше крыло. Вот так. Переломили и закрепили вторую часть кристалл флэш. Вполне будет достаточно. Убрали. Теперь я возьму немножечко. Сейчас вам поправим. Вот так. Клей и подровняю крылышко. Совсем-совсем немножко. Вот как вы видите, вот приблизительно такой длины у нас должно быть крыло. Если у вас будут холостые поклевки, оставьте тогда длину на пару сантиметров короче. Это несущественно. Теперь я на место крепления капну немножечко клея. И промажу нашу нить. Вот так. И возвращаю нить снизу под глазками к нашему колечку. Оставляем здесь. Для обозначения горлышка я буду использовать вот такой красный мех песца. Совсем-совсем немножечко нам необходимо для того, чтобы обозначить наши жаберные плавнички.
Если у вас по каким-либо причинам отсутствует, допустим, мех такой, можно использовать искусственный мех или же взять просто даббингом, обозначить точку, где будут крепиться наши плавнички. Прикладываем здесь и притяжной петлей прихватываем наш мех. Подровняем, сколько нам необходимо. Закрепим хорошо. Остатки удалим. И в этом месте мы теперь можем спокойно сформировать незначительную головку. Вот так. Добавим немножечко клея на нашу нить и сделаем завершающий узел. Какую-либо выдающуюся, допустим, здесь головку изготавливать нет смысла, потому что стример у нас достаточно фантазийный. И чем-то выделять, допустим, его я не хотел, потому что достаточно у нас здесь глазки, люрикс, хвостик. Очень хорошо работает. Попробуйте в разных оттеночках. Можете сделать полосатым. Тоже работает. Я уже это пробовал. Вот и все. Как вы видите, достаточно быстро. И очень хорошо. Если его, давайте я вытащу. Вот наши жаберки. И наш вот такой стример вот в таком состоянии готов к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.